по Кубкам чемпионов, по финалам Бавария опережает существенно Ливерпуль. В общем, за скобки, как, в общем-то, наверное, и статистику Боруссии Дортмундской против Баварии в начале карьеры Клоппа, потому что... раздумывать над тем, как Ливерпуль сегодня сыграет в обороне. В атаке-то все более-менее понятно. Фирмино, который игрок Ливерпуля, Матип, 32 номер. И Фабиньо вынужден играть в центре обороны. Он номер. Хендерсон, капитан команды, 14-й. Вейналдум, 5-й. Ну и трио нападения, десятка Мане. И некоторые результаты вызывают недоумение. Поражение от Байера, 1-3. Байер только что мы видели, ничего... Поляку борьбу на втором этаже, но сегодня без него. А это Вейналдум демонстрирует дриблинг. Почему-то один оказался. Ну, привыкаем уже потихоньку к тому, что Бавария постепенно обновляется. И тот состав в атаке против мадридского Реала на той неделе. Но в любом случае Бавария, которая не обыгрывает кого-то в двух. Тоже в игре мы сразу через паузу на состав Баварии. Если эта пауза будет, наверняка будет, но может быть не скоро. Передача вперед, падение, попадание мяча в грудь Коману. И от него мяч влетает в штрафную площадь. Ну, команда может против подобного соперника. Но вот забить постараться. Вот чем, как мне кажется, задача Баварии. Фирмино с мячом. Кейта долго титул. Или бросить все силы на Лигу чемпионов. А как распределить силу на два турнира? Вот в чем вопрос. Бавария. Вот этот матч и свою великолепную статистику. Кроме Порту, в последнее время все получали минимум два, а то и полузащитника. Бавария сейчас контролирует инициативу. Гнабри, подача. Беккер выходит. Ошибка сейчас. Типа Матип смотрит, есть ли варианты с коротким пасом. В результате длинная передача на Манету Хамесу. Вейналдум. Салах очень глубоко садится. Салах. Неплохой розыгрыш мяча. И без нарушения. Клоп и выставил бразильца в старте. Передача как раз в сторону Фирмино. Алаба очень легко. Конечно, отдельная страница истории Лиги чемпионов. Салах уступает мяч. Подача очень легко. Побольше сжимать между собой пространство и вообще туда не пропускать Салах. Это тоже был бы повод для нарушения. Это даже по своим воротам Матип ударил, включился. Вот хорошо, что здесь вратарь был. Мы, баварцы, так очень уверенно, я бы сказал, на этом выезде себя ведут в первые минуты этого матча. Пуль проиграл. Вот Робертсон забегает слева. Мане не дождался, видимо, спины, мозгом не почувствовал, что Робертсон. Хендерсон. Длинная передача. Салах! Салах умудрился все-таки этот мяч сыграть. Это был не удар, но насколько... Еще одна передача. Вот сейчас Фабиньо головой сыграл. Продолжается атака. Гнабри, удар! Чуть больше контролировать мяч. Первые минуты этого матча почаще приходится крутиться, вертеться. Удерживает мяч Вейналдум. Рикошетом от него мяч. Салах, каблук. Это мы уже где-то видели совсем. Ливерпуль в обороне. Момент может быть опасный. Куман. Удар в ближний угол. И еще один привоз на 15-й минуте. Убежать, видимо, у главного тренера Баварии. Непростой сезон. Передача под игрока, который закрыт. Алькантер уже накрывал своего соперника, и тому ничего не оставалось, как на движении. Эндерсон, Кейта, Салах, удар не получился, Кейта. А это непонятно, знаешь, такой команды, как Бавария, которая на своем поле, ну, практически неудержима. И сыграть там на ноль, особенно с такой оборотой. Хендерсон, и вот чуть-чуть свободное пространство. Робертсон несется, Кейта ждет, когда можно будет вкатить мяч. И угловых нет, с которых можно было бы создавать моменты. Ну вот сейчас, может быть, что-то будет. Бавария заставляет Ливерпуль ошибаться. Ливерпуль дарит моменты. 60-40. Вот так вот мы визуально всех по владению мячом. А это Левандовский, но пока нет у него поддержки. Где же игроки на правом фланге? Кейта, Уорсон. Передача в первую линию атаки. Кейта, что Кейта? Кейта покатил мяч и опять его вообще-то позади. Ливерпуль даже близко не создал ни одного момента. Продолжает ошибаться. А сейчас касание. И направляется Бавария. Александр Арнольд возвращает мяч в штрафную. Салах, удар мимо. Но там на всякий случай. Вновь Шулеп показывает
полузащитником, что будет играть в короткий пас, но слишком сильным ударом. Вместо того, чтобы попробовать сыграть вперед, вариант назад есть, пожалуйста, назад. Время идет, 26 минут, 0-0. Набри, он один против трех соперников. Хендерсон прибежал помогать. Хендерсон считает, что разворачивается лицом к чужим воротам. Вот что нужно было от Кейта. Вейналдум сейчас сделал такую передачу под пас. Удар! В кого мяч попал? Это не важно, он не попал. В ворота Мане не использует 100% шанс. Первый шанс Ливерпуля открыть счет в этом матче. Мане не попал не только по воротам, по мячу толком не попал. Вот никакого понимания относительно того, кто же имеет больше шансов выйти в четвертьфинал. Процентный шанс. Это был единственный пока что в матче эпизод, когда бабахивает пространство. Коман так долго держит мяч, что уже Ливерпуль, конечно, всей команды вернулся в свою штрафную площадь. И вот только Набри прицеливается в дальний угол, бьет. Но Алисон так же, как и мы. Мане. Хендерсон просит передачу. Мане. Удар через себя. Там был не Мане, там был Вейналдум, а Мане здесь караулил отскок. Юркнуть под соперник. Подача еще одна. Левандовский момент. Вратарь забирает мяч. Вейналдум. Очень важный момент. Мане. 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 Опускал, опускал, опускал. Угловой. Пока стандартов практически нет совсем. Фабиньо. Он как бы в угол подкручивался, то Алисону бы еще сложнее пришлось. Подача. Хумельс ждал. Начался удар. А это Коман. Коман почти продавил Александра Арнольда. Александр Арнольд недоволен. Сейчас грохнул. Жене двух соперников. Салах. Дриблинг. Проходит дриблинг у Салаха. Салах смещается в центр. По штрафную проходит эта передача. Перерывом. Одним обязательно нужно забить. Я имею в виду Ливерпуль. Постараться. Бавария наоборот. Уже даже может быть играть на ноль. Даже в чемпионате Германии против команд, ну, явно уступающих в классе, позволяет себе играть ногами. Набри по штрафную! Матип перехватил, а между прочим Левандовский эту передачу-то замыкал, и теперь все наоборот. Назад Набри пятился и получает мяч. Есть момент, Набри! Хендерсон! Ну и возьмет в руки. Ой, хороший перехват, в свою очередь, от Хави Мартинеса. И опять передача Нойеру, а тот ногой чужому. Хендерсон играет в обороне, правда, нехорошо выходит из обороны в атаку. Подача! Фирмино Мане чутье подводит. Стоять на ноль в обороне. Салах! Салах! Фирмино! Фирмино! Прострел! Удар! Как мы и хотели. 0-0 пока. Кейта. А расстояние. Подача Хамеса. Удар не состоялся. Фирмино выиграл борьбу. Но, в принципе, любопытно, конечно, вначале посмотреть, какую стратегию выберут команды на второй тайм. Будет Баварию ошибаться. Вопрос в том, извлечет ли пользу Ливерпуль из этого. Из того, что Бавария ошибается на выборе. Гнабри 22-й, Левандовский 9-й. Коман 29-й. Пас в штрафную площадь. Ковач, Клоп. Дальше качает, качает Вейналдума. Еще качнул. Входит в штрафную. Прострел. Момент голевой. Упал Левандовский. Это второй попытки. Не выполнил передачу. Жюли! Что ты делаешь, Салах? В первом тайме с коленом там что-то колдовали врачи. Желтая карточка Хендерсону за срыв атаки. Ой, здорово, Гнабри, здорово! Передача на Левандовского. Хорош Гнабри. Не поле у Ливерпуля, пошли ошибки. Гнабри, удар, поворот. Как пробил сейчас Гнабри. Показалось, что мяч сваливается с ноги, улетает куда-то в той форме, чтобы куролесить. Александр Арнольд вошел в штрафную на паузе. Не забило ни одного мяча на Энфилде. Ливерпулем по количеству, особенно времени, проведенному в элитном дивизии. Первого века Ливерпуля и Баварии пока не выявляет победителя в первом матче. И пока никто не может забить. Еще раз возвращаясь к статистике. Порту выносим за скобки. Матч не имел спортивного значения. Потому что дает Ливерпулю преимущество. Но пока идет игра. Пока еще здесь не все ясно. Зюлия под прессингом Мане отправляет мяч. Салаха проходит матч. Но Салах это Салах. Он в любой момент. Одного момента ему будет достаточно. Мане долго. Истинно точную передачу.